Всем привет! Вы на канале MadRobots, с вами Андрей Рассказов. Сегодня у нас на обзоре умные весы Peacock Mini Pro. Я расскажу, что они умеют и как ими пользоваться. Поехали! Начнем с простого. Они умные, потому что помимо веса могут показывать вам информацию по еще 11 параметрам вашего тела, включая процентное соотношение жира, костной массы, мышц, воды в организме и другим показателям. Умные весы Peacock могут анализировать информацию по всем показателям и давать вам советы по правильному питанию, упражнениям и делать подробные отчеты на основе длительных измерений. Как они это делают? С помощью технологии биоимпеданса. Слабый электрический импульс пропускается через ваше тело через рабочую поверхность устройства. Датчики принимают обратный импульс и замечают малейшие изменения в показаниях. Изменения эти заметны из-за того, что разные ткани организма имеют разную сопротивляемость. Например, импульс через воду будет идти гораздо быстрее, чем через мышцы. И сенсоры это моментально определяют. Peacock Mini Pro весит 1,6 кг. Они квадратные, каждая сторона по 28,7 см. Это эквивалент 45-му размеру ноги. Но если у вас больше, то не беспокойтесь, на точности измерений это никак не скажется. А вот это — те самые металлические датчики, с помощью которых и происходит измерение и анализ. Все данные хранятся в бесплатном мобильном приложении. Оно есть для iOS и Android устройств. Peacock Mini Pro синхронизируется со смартфоном только по Bluetooth. Достаточно зарегистрироваться в приложении, нажать на кнопку «Добавить устройство», а далее либо считать QR-код самих весов, либо добавить их из списка вручную. Главное, чтобы Bluetooth был включен на самом смартфоне, а в остальном просто следуйте инструкциям в приложении. Это занимает меньше минуты. Чтобы сохранить данные измерений по всем параметрам, нужно при каждом взвешивании открывать приложение Peacock и нажимать кнопку «Взвеситься». Телефон при этом держать в руках не нужно, достаточно положить его где-то рядом. Анализ занимает считанные секунды. Как только на весах появился ваш вес, значит все готово. Кстати, Peacock S3, например, передают данные в приложении посредством Wi-Fi, и ему не нужна постоянная связь со смартфоном, но об этом у нас есть отдельное видео. Теперь посмотрим, что значат все эти цифры и показатели в приложениях. Всего есть два типа измерений. Первое, которые определяются непосредственно датчиками по анализу сопротивления тканей. Второй тип – статистические. Они высчитываются на основе тех данных, которые вы указали при регистрации. Это рост, возраст, пол и этническая принадлежность. И еще данных, которые весы получили при измерении. В каждой из групп по этой категории существуют общепринятые мировые стандарты. Не только веса или жира, но и, например, скорости метаболизма. В приложении это скорость основного обмена веществ, индекс массы тела и ваш метаболический возраст. Да-да, вы реально можете узнать, сколько лет вашему организму. И иногда этот возраст может отличаться от того, что написано у вас в паспорте. Почему? Вы можете прочитать в приложении. Каждый из пунктов можно раскрыть и прочитать дополнительно. Также оно подскажет вам красным или оранжевым цветом те показатели, на которые в первую очередь стоит обратить внимание. Но допустим, вы взвесились, посмотрели на результаты. Что с этим делать дальше? Вообще, на этот вопрос должны ответить именно вы и поставить себе цель в приложении. У меня, например, это набрать вес, потому что он у меня, маловат. У вас, может быть, наоборот, вы хотите его снизить. Движетесь ли вы к этой цели и как вообще ее достичь, вам подскажет вкладка «Анализ». Там будут появляться изменения, которые произошли в вашем организме за неделю и что они означают. Помимо недельного, есть также месячный отчет, там информации чуть больше, а погрешность чуть меньше. Ну, если вы хотите еще больше информации, то вы можете связать ваш аккаунт Peacock с такими приложениями, как Google Fit или Apple Health. На этом у меня все. С вами был Андрей Рассказов из MadRobots. Ставьте видео лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!